Валентин, поздравляем тебя с фееричной победой. Какие задачи ставил перед собой, перед забегом? Спасибо большое, Ром. Честно, я еще раз хочу повторить. Настраивался только на первое место, потому что чувствовал себя здоровье. И последние тренировки были очень такими, которые позволяли мне надеяться на высокое место. Тем более, что я был уже на этих соревнованиях и вторым, и два раза третьим. Поэтому, в принципе, не видел ничего такого, чтобы мне могло помешать выиграть. В принципе, кроме собственной головы. Я очень нервничал перед забегом. Я боялся, что мне это не позволит. Но вот этот весь мандраж пустил, видимо, в правильное русло. И получился хороший финиш. Скажи, вообще, как это... Поверил, когда финишировал, что увидел, что ты первый? Я поверил. Единственное, что метров за 150 на вираже на последнем, я чувствовал себе очень много здоровья, но я попал в коробку. И я только бежал и думал, лишь бы испанец чуть правее отошел, чтобы я по бровке прорвался. Здоровье явно было прям мощное, я прям чувствовал, что я могу. И тут, когда я увидел, что Левандовский уже там обошел, я уже не знал, что делать. Я сюда между ними нырнул, как-то протиснулся, как червяк, но это нормально. Благодаря комбезу обтекаемый, так что пролез. Кстати, да, новый стиль, я думаю, что буду и так бегать, мне нравится. Юрий Михайлович поздравил уже? Поздравил, он очень доволен, и я рад, что он очень доволен. Я в том числе и для главного тренера, и для сборной, естественно, для сборной сегодня выигрывал, так что круто. Валентин, еще раз поздравляем, молодец. Да, спасибо, ребят, спасибо. Спасибо всем, спасибо. Еще есть такая традиция.